Азербайджан обратился в Европейский суд по правам человека в связи с провокациями, совершенными Арменией в сентябре на границе и обнаружением массового захоронения азербайджанцев в освобожденном от оккупации селе Адель-Лиходжавенского района. Об этом сообщил местным СМИ зампредседателя Верховного суда Чингиз Аскеров. Он отметил, что, хотя соответствующие структуры и проинформированы, пока рано говорить о результатах. Отметим, что в сентябре в освобожденном от оккупации селе Адель-Лиходжавенского района было обнаружено очередное массовое захоронение с останками 12 человек, предположительно азербайджанских военнослужащих, с перевязанными руками и ногами.